И снова добрый день. Мы в сафари-парке. Идем на канатную дорогу. Арина меня обвешала сумками. Вроде ничего не брали и все съели. Но сумка тяжеленная. У нас там куртки, мы же переживали, что внезапно начнется опять холод. Ну все? Вот сюда заходить? Как? А она отсюда начинается? Так один круг проезжаешь, окей? И все? На верхней. Корм мы так и не докормили. Сами съели. Решили, думаем, там яблочки, сушеные орешки. Торбально. Если есть захотим. Пошли узнавать. Сколько стоит, еще раз расскажи. В общем, один подъем, один спуск, да? 500 рублей за человека. Посмотрим, интересно ли это, увлекательно ли. А сейчас мне перебило звонок, звонила вот подруга, которая была, Наталья из Обнинска. Все, сказала, что они уже дома, доехали. В общем, сказали, созвонимся вечером. Все, мы идем на канатную дорогу. Ты что с телефоном где? Вы сейчас не видели, как мы усаживались в эти кресла. Нас просто под колени стуканули, сказали, пристегните карабин. Мы даже не знаем, как он открывается, этот карабин. Как? Дураки вот что ли они? Решили женщинам сказать, блядь, крути карабин. Так нифига себе подъем-то. Мама. В общем, вот такой подъем. Вон мам, туда. Ты на их видео постоянно разговариваешь, а потом без звука все выкладываешь. Знаете, там эту... Давай. Палку? Нет, вот эту Думаю, штуку. Палку дашь. Кого, наушники? Да, чтобы не слышно было. Так тебя-то будет слышно. В общем, я мешаю ей на ее видео. Все, я замолчала. Я хочу, чтобы мы вдвоем с ней бились. Боже мой, какая красота. Я все-таки победила этот карабин. Оказывается, там было стукать. Мы куда-то вверх едем. Смотрите, вот еще туда выше, выше, выше. Мы сейчас с Ариной заорали. Люди со всех кабинок обернулись на нас. Видимо, думали, что мы выпали. Откуда-то. Да, Ариша? Классно, ребята. Обязательно посетите. 240 метров над уровнем моря написано. Пирамида Хеопса. Но оттуда сейчас будет видно, там смотровая площадка же еще. А, мы же там погулять сейчас. Да, да. Очень красиво, очень классное ощущение такое. Сначала мне было страшновато, вот здесь пониже, да, как-то? На земле почти. Да. Мне кажется, у нас сломалась кабинка. Классно, девочки, мальчики. Обязательно, когда приедете, посетите Гибеусские водопады, сафари-парк. Сочи-парк тоже, кстати, классный. До Сочи-парка я вам рассказала историю, мы не смогли доехать. Пристегни карабин. Вот так стукни. Вот так, да. Чё? Как ты это сделала? А, давай. Вот, там сзади вот такая кнопка есть. Она не работает. Вот. Мы победили эти карабины, мы не могли пристегнуться вообще. Так они нас... Пролетела вот такая стрекоза. Сейчас покажу, люди едут навстречу. Арина трясет кабинку, мне страшно.
Все такие тут грустные, как будто бы когда на похорон ездили. Не тряси кабинку. Ой, чуть кепку не уроняю. Да ты на меня смотри. Давай. Ну ты штучку эту отпусти. Там руку твою видно. Включи, я тебя сфоткаю. Видно, что ты эту штуку держишь. Короче, видно, что я эту штуку держу. Подожди, она меня сфоткает. Релакс полный. Едем по стрека краста. О, там козы. На лугу, на лугу, на лугу пасутся козы? Ровы. Нет, не козы, кони. Там снимаю с высоты нашего полета. Так едешь, смотришь на эти горы. Вот они какие внутри-то, оказывается. Мы пошли на высоту подниматься. Мам, а тут правда козел. Он такой горный. Вот он. Может ему кинуть поесть? А здесь кто это? Олени. Косули какие-то. Смотри. Через эту штуку кусты. Так козлик. Вот еще, представляете, какую красоту наделали. То есть едешь тут еще. Живые животные. Мы поднимаемся все выше и выше и выше. Может поорать? А мы тут орали такие. Со всех кабинок на нас обернулись. Мы все еще на подъеме. Уже очень высоко. Уже прошло два дня. Прошло два дня. Мы все еще не добрались до вершины. Ну, красота, ребята. Ну что, все можно было посмотреть. И деревья как бонсаи стоят. Ну, катаются люди. Катаются люди. Внизу стоят таблички. Сейчас стояла табличка, что мы поднялись уже на высоту 324 метра. Это высота Эйфелевой башни. Интернета здесь нет. Интернета нет. А интернета нет? Нет, нет. Ну хорошо. Как мы раньше жили без интернета, вообще не понимаю. А без Ютуба? Вообще уже своей жизни не представляю. Че? Как? Что, скайпарк в Сочи, что ли? Что? Скайпарк-то в Сочи, а не здесь. Скайпарк? Да, где на резинке я хотела прыгнуть, он в Сочи, а не здесь. Ну так. А здесь ты хотела в Сочи прыгнуть? В общем, конечно, обидно, что мы не попали в Сочи парк. Ну и здесь тоже неплохо. Едет тихонько. Сейчас пока все в горы. Обратный путь будет интереснее, будет вид на город. И в Москве мы и на параплане полетаем в Москве. На параплане? Или на парашюте. А ты не летчик. Мне кажется, мы уже едем полчаса. Два дня. Завтра. Все, но мы приближаемся к вершине. Уже 400 метров над уровнем моря. Классно было прямо над морем. Не курить, не сорить написано. Классно было прямо над морем проехаться, да? Когда море внизу. Все, мы пошли на такой подъем, ребят, сейчас. Все выше и выше. А там выпускают погулять-то, интересно? Да, должны. Вообще, мы поднимемся сейчас на высокую гору. Все люди блогеры. Все снимают. Не буду вас утомлять, сейчас подъедем, включусь.
Вот мы 539 метров над уровнем моря. В общем, 550 метров. Все, мы остановились. Походу, все сломалось. Шеф, все пропало. В общем, мы приехали, спрыгнули с этого, сидушек. И нас там фотографировали, представляете? Тут бизнес поставлен четко. Все, попил? Смотрите, посмотрите. Покажите. Вот на экранчике. А что, вы просто только фотки распечатываете? Да. Там магнитики никакие нет? Только фотографии, роман 10. Что написать? Привет. Такие фоточки вот мы сделали. Вы поймете, кто это. Классная фотка. Все. Как-то скиньте. Ну, будешь встречу. Ладно, хорошо. Хочешь. А, сейчас там еще фото снять. Ну, да, да. Спасибо. Спасибо. Держи. Все, мы пошли гулять по вершине Геленджика. В общем, вот гуляем в горах. Люди сидят в беседках, отдыхают. Мы, как обычно, к походу не подготовились. Мы все подготовили. Все, что мы подготовили, мы уже съели. Важно. Погодка, ребята, установилась шикарная. Все очень красиво, все очень классно, клево. Так что приезжайте. Мне фотку скину. Скинул уже? И отвечает мне. Привет. Ну, так вот, Арина знакомилась тут с оператором фотографий. Рассказываю всем секрет. А, это секрет, он сказал, это секрет. Видимо, фотки скидывать нельзя. Он мне скинул фотку. Вы номерами обменялись, что ли? Да, я ему цепляю сюда. Вот они обменялись номерами, чтобы она могла выложить эту фотку в Инстаграм. Конечно. На Ютуб, а кто-то в Инстаграм. Да, кто где, кто чем увлечен. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, ссылочку оставлю ниже. Да, кстати, прорекламируй свой Инстаграм. Как он называется-то вообще? Как тебя найти-то? Ну, я скажу, там написано будет. Там по-английски gudieva.a.v. Мы оставим ссылочку под этим видео. Да? Да. Так что смотрите, я там постоянно выкладываю, где я постоянно где-то гуляю, куда-то езжу, веселюсь. У меня очень насыщенная жизнь. Ну то, что у некоторых